Сегодня 18 августа 2019 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном любитель, преподаватель переменных звезд и автор собственных научных статей в области астрономии. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края на своей малой родине, на побережье Японского моря. Вчера, 17 августа 2019 года, исполнилось 10 лет со дня начала изучения мной любительской астрономии, самостоятельного изучения. К сожалению, я продолжаю вынужденно скитаться из-за невозможности продажи моего единственного жилья в городе Москве и из-за невозможности безопасного беспрепятственного проживания в нем. В комнате номер 2, в коммунальной квартире номер 210 по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1. Пожалуйста, помогите мне продать мою комнату, чтобы я смог купить себе иное жилье, в котором мог бы заниматься наблюдательной астрономией, приносить пользу науке астрономии своими астрономическими открытиями. Смог бы подготовиться к поступлению на обучение в университет на астронома. Все мое астрономическое оборудование осталось в моей комнате, поэтому я